немножечко скажу. Написал ее небезызвестный всем человек. Астор Пьяццолла его зовут. Назвал это танго «Эскуала», что в переводе на русский язык «акула». Очень необычная танго, насыщена резкими гармониями, акцентами, различными штрихами, которые так и норовят вас покусать. Так что будьте аккуратны. Эскуала может вас и покусать. Итак, «Эскуала» в исполнении оркестра «Пассиональ».